Очередные выборы. Ну сколько уже можно? Сколько уже можно говорить об одном и том же? Да, 13 сентября оккупационный режим снова проводит имитационные выборы. Никаких выборов нет, и уже давным-давно всем должно быть известно, что это не выборы. Это просто вас охмуряют. Вам представляют площадку, на которой вроде бы вы ведете борьбу за свои интересы. Нет ваших интересов в этой системе власти. К этому уже пора привыкнуть. И пора понять, что на выборах вы власть у группировки Путина, олигархической, оккупационной, не отнимете. И своих людей во власть не продвинете. Исключения из правил бывают, но они очень редкие. И если это исключение происходит, то все равно тех, кто прошел во власть, либо скупают, либо изгоняют. И это правило, ну, железное правило, которое действует. Любой приличный человек, попавший в эту систему, неважно, в региональный парламент, федеральный парламент, в любом случае всех приличных людей просто уничтожают. Либо физически, либо морально, потому что их подкупают, либо просто устраняют. Ну, такой гуманный способ. Не убили, не покалечили, просто устранили отовсюду, чтобы больше нигде не появлялся. Ну, вот это моя судьба последняя. Спасибо гуманным людям в администрации президента, что они не посадили меня в тюрьму. И, ну, работы они меня лишили, там много чего, что я мог бы получить от жизни, я не получил именно потому, что такой присмотр за мной осуществляется. Но это ладно, моя собственная судьба, она уже сложилась, я не в обиде ни на кого. Но мне досадно, что люди до сих пор думают, что они на выборах что-то получили. Как будто бы они кого-то даже выбрали. Хабаровчане почему-то считают, что они своего любимца Фургала выбрали. Да это же вранье, стопроцентное вранье. Ну, теперь это символ, такой флаг, размах. Вместо того, чтобы говорить правду об этом режиме, вместо того, чтобы пускать правду в свои мозги, которую надо освободить от коммунизма, либерализма, от идеи свободных выборов и от идеи социальной справедливости, и впустить туда русские смыслы, они будут размахивать флагом: «Давай, верните нас, нам Фургала, Путина, долой, как у Навального, мы здесь власть». Никакая вы не власть. Вы над собой не властвуете, над своими мозгами не властвуете. 13 числа, 13 сентября будут новые выборы. И, конечно, вы потащитесь на них, чтобы поставить галочку. Зачем? Зачем? Ваш голос не имеет никакого значения. Имеет значение только ваша гражданская позиция и ваша активность. Ну, во-первых, на своем месте, где вы находитесь, вы должны быть альтернативой этому режиму. Как говорил Марк Аврелий, великий римский император, я все время привожу его слова, лучший способ отомстить врагу – не быть похожим на него. Вот не будьте похожим на них. Не надо быть похожим на Путина, Медведева, там, Мишустина, я не знаю, Кириенко из Рейтеля, который у нас занимается тоже всеми выборами, вообще всеми вопросами от атомной энергетики до политтехнологий, вот всей этой подлости, которой администрация президента занимается. Или сейчас я тут увидел еще одного еврейского мальчика, которого вырастили как правозащитника, ну, абсолютно бесталанного, но зато с готовностью пишущего доносы. Александр Брот оказался советником президента, который теперь занимается выборами. А раньше у него было Московское бюро права человека, которое писало доносы на всех русских патриотов. Ну и на меня в том числе, поэтому я его запомнил. Так бы и не запомнил. Вот они все, такая вот цепочка омерзительных личностей. Вот кто занимается выборами, вот кто будет объявлять об их результатах. Результаты будут, они заранее известны. На кого палец вышестоящего начальства указал, тот и будет избран. Ну неужели вы в этом сомневаетесь? Неужели вы сомневаетесь, что в Подмосковье Воробьев будет снова губернатором? Неважно, как вы проголосуете. Вы хоть все придите и все проголосуйте за кого-нибудь другого. Все равно он будет губернатором. Это непонятно? Голосовать можно только в том случае, если есть свои. Есть свои на выборах, идем голосуем. Нет своих на выборах, ну, нет человека, которого вы точно знаете, что он свой. Что даже если его будут коррумпировать, если его будут покупать, он не пойдет на это, он не пойдет на моральные преступления. Вот тогда надо прийти. Ваш выдвиженец, ваш
от народа, ни от каких партий, все эти парламентские партии — это просто филиалы Единой России. Ни одного голоса вот этой шайки-лейки, ни одного голоса. Не парламентские партии, ах, партия Яблоко, да, вы не знаете, что такое партия Яблоко, в 90-х годах не жили, вообще все забыли и так далее. Какие внепарламентские партии? Их регистрируют только в том случае, если они абсолютно безопасны для этого режима. А если хоть малейшие есть сомнения, они не зарегистрируют. И вообще любой, кого допускают до выборов, это человек, прошедший сито, что он борозды не испортит, даже если случайность какая-то произойдет. Вот вы возьмете, придете и все проголосуете. Случайности здесь не будет. Ни одной случайности нет. Понимаете, там идет строгий антиэлитный отбор. Отбирают исключительно подлецов и изменников Родины. Ну, оккупационный режим. Ну, неужели же, представьте себе, оккупация нацистской Германии, части Советского Союза, и там проводят выборы какие-нибудь и избирают партизана. Вот то, на что вы рассчитываете, это же смешно. Главное наше противостояние, это, во-первых, моя личная война против этого режима. Вот это должно быть. Да, надо этому режиму вставлять шпильки везде, где только возможно. И главное, самому не быть, не сотрудничать с этими оккупантами, никогда не ходить на их мероприятия, не аплодировать им. Всегда считать, что кто от этого режима тут заведомый подлец. Ну, заведомый подлец. Тогда что-то изменится, а все эти бесплодные надежды на выборы, все эти надежды, что ваши требования услышат, а вы будете вот широковещательно о них заявлять, выходить на митинги, кричать и так далее. Митинг – это только смотр сил. А сколько вообще вас? А вас на самом деле много, бывает только в очень короткий промежуток времени и в одном месте. В Хабаровске, да. Пройдет месяц и не будет никакого Хабаровска, не будет никаких митингов, никаких шествий. Так же, как было во всех других остальных местах. Потому что мозги не проветрились от либерастии и коммунистии. Если проветрится нынешний режим, это просто прямое сращение, соединение. Да, это шизофреническое соединение, но оно для того именно и создано, чтобы противопоставить вот этот альянс либерастов с коммунистами. А ну вот Путин, это же типичное соединение, вот в его личности вот эта шизофрения и присутствует. Он ультралиберал с одной стороны, а с другой стороны ультракоммунист, вот из тех коммунистов, которые развалили нашу страну, разделили нашу державу и раздали этническим группировкам, преступным этническим группировкам, которые действовали внутри КПСС. Ну и КГБ в этом деле был ключевой игрок, который все это организовал. Поэтому на них не надо надеяться. Надо не быть ими. Это самое главное. Не быть ими. И второе, это обязательно быть в русских организациях. Ни в каких других. Даже ты, если не русский, все равно в русскую организацию. Не будет русской самоорганизации, не будет русского движения массового, которое проникнет в том числе и в поры, и в щели, которые остаются в этом режиме. А он падет, он уже трещинами-то подернулся. Не будет ничего. Поэтому будь ты там, я не знаю, негр преклонных годов, в русские организации, русские, никакие другие не спасут. Любые иные этнические организации, русские — это не этническая организация, а национальная. Русское национальное государство, потому что в России русская нация другой никакой быть не может. Все в русские национальные организации, ну прежде всего русские. Ну понятно, что если там русских не будет, разве не русские пойдут, ну что они? Они же не могут впереди русских идти, не могут, да, быть более русскими, чем сами русские. Ну, некоторые пытаются, иногда получается, иногда нет. Но где русские в русских организациях? Почему их нет? Почему они не спаяны, не ведут сплоченную пропаганду, не осваивают русскую идею, не читают русских авторов, сами не превращаются в русских публицистов, русских мыслителей? Где все это? Без этого страна погибла. Она вот сейчас просто мертвяк, труп валяется. Вот и все. А на наше богатство, вот этот труп валяется, да, он еще как-то агонизирует, а то, что принадлежало этому трупу, присвоили, набежавшие шакалы, стервятники растаскивают, и все. Надо как-то выйти из состояния трупа, это возможно, то есть воскреснуть как русским людям. Вот это и есть наша главная задача, а не ходить на выборы какие-то. Слава Руси, Господи, спаси!